Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала Бутлейдер, ну или самогонщик с Урала. Очень часто в различных группах, форумах там задается один и тот же вопрос. Отдали варенье, что с ним можно сделать, выбросить, либо как его сбродить. Вот мне тоже, видите, вот отдавали вот варенье, вот вишня засахаренная. Здесь вот тоже, по-моему, вишня. Тут вот какое-то, не знаю. Но выбросить это, конечно, не наше. Надо сбродить. Чтобы сбродить варенье для себя, всегда знаете, что в среднем в одном литре варенья это равно 600 грамм сахара. Плюс-минус там не критичный. Ну, если вы сильно уж так педантично относитесь к гидромодулям, можете замерить АС-3, либо рефрактометром, либо еще как-то там виномером. У меня здесь около 2 литров варенья. Это кило 200 сахара. Отсюда и будем исходить, что мне надо добавить порядком 5-6 литров воды. Так, у меня вот есть такая 10-литровая баночка. Сейчас в нее все будем бухать. Так. 500 грамм. Так. Прикинув, что к чему, я решил добавить еще килограмм сахара. Потому что варенье мало, объем как бы из-за 4 литров не особо хочется заморачиваться. Ну, хоть по крайней мере будет что бродить. Так. Вносить дрожжи будем обычные, ну, не обычные, вот такие вот любезно предоставленные группой Винокур 96 ВКонтакте. Ссылочку я на них оставлю в описании. Их уже пользовал, был тест. Тоже видео будет в подсказках вот здесь вот вверху. Дрожжи, ну, мне понравились. Но всю пачку, конечно же, не будем засыпать. Я думаю, грамм 20 достаточно для замера, завеса. Дрожжей буду вот такие вот тоже замечательные весы использовать. Покупал на Алиэкспрессе. Удобно для дрожжей. Вообще сказка. Мне нравится. Так. Довольно-таки точные. Ссылочку, кому интересно, на эти весы я тоже оставлю в описании. Так, 20 грамм, 20, 25. Ну и вносим дрожжи. В Леруашке приобрел вот такую вот крышечку, замечательную, гидрозатворчик. Тоже сейчас ее ставим, ждем.
Если данное видео стало для вас полезным, понравилось, не забываем ставить пальчик вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вступайте в мою группу ВКонтакте. Всем спасибо, до свидания.